Так, всем привет. С вами суперчета строительные джеки. Не получилось записать с компьютера Rainbow Six Siege, так что будем играть Brawl Stars, походу. Не записывается вообще. Не хочет записываться. Открывал мега ящик, сори. Что не показал, что выпало. До режима надо пройти. Это изи. То есть вот. Я открывал, но там ничего такого не выпадало, только всякие эти. Ну, вот эти вот все значки, вот эти вот все планы открывать, и у нас еще есть 23 дня, чтобы купить Battle Pass. Ну, у меня нету денег и гемов. Все гемы потратил на скины, так скажем. Ну, кто же знал, что добавят. Вообще, очень странно, что Battle Pass добавили, по факту. Так, потише, наверное, буду играть. Так, надо заряд весь подкопить и потом сильным ударом, рывком змеи так напасть. Все, минус один. У нас еще пассивка есть, круговорот Мортиса. Удар лопаты так, круговертью. Так, ну тут челик уничтожил. Тоже здесь есть вайпер. Как замотать? Это надо. Ой, дурочка. Ульту. Ульту ждал, и я даже и не атаковал. То есть вы видели, да? Все, уничтожил. Не понимаю, что тут Дэдил сражался, тут у него шансов ноль было. Если только вот эта его вот союзница если играла бы, другое дело. Так, next. Потом нам, если мы все проапаем, максимальный уровень, там нам будут давать просто ящик. Так, что-то не хочет Йоту. Как хочет, что? Монтаж. Ну, что такое ходить? Монтаж? Это ГГ. Бой Next Door называется. Бан. Пацан, следующая дверь. Боже, боже мой, тиммейт Дэрил. Не тупи. Тупой Дэрил, боже мой, какой тупой Дэрил. Мы проиграли за Дэрила, типа лол. Ему надо было 1-2 жетона хотя бы добирать, он тупой. Надо ульту сейчас тратить. Бил надо как-то забирать. Ну, Дэри, ультани, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Если бы сейчас застанили бы, все, мы проиграли бы точно. А так, ну, ульту зачем тратить она? Блин, а так, ты его устраиваешь. Вообще не боятся вообще. Бессмертные такие. Пойду доберу. Ну мы сейчас этой одной осадой забираем точно противника. Так спокойно вообще. Все, минус противники. Типа лол. Одну атаку мы забираем. Всегда. Так, не хватает 15. Надо еще раз играть. Даже думаю, заход кристаллов. Кристалл это куртяк. 10 жетонов вот этих кристаллов собрать. Буквально нам надо сейчас даже первую атаку проиграть. Вторую затащить. Даже с такой тупой беги мы можем затащить. Ну, стиком у них охреневшим. Но мы проиграли, походу. Я тут даже ничего не сделаю. Посмотрите на мой скилл. Не могу даже затащить Эль Прима. Одного затащил. Так, бан. Бан. Да, конечно, не хил, но сори. Ульту, ульту кидай, ульту, ульту кидай, я не буду. Тупой, если сейчас Поко проиграет, это тупо из-за того, что он пожаденил ульту,
которую может сбить заряда. Это тупо 2-3 атаки на 2-3 персонажей. Все. Нет, не хочет. Мы проиграли. Все, взорвал нахуй Тика. Ненавижу своих союзников. Такие тупые, пиздец. Очень тупые, типа, лол. Проиграли, что сказать. Поко тупой. Им не хватает всего 2 гема, но это изи, они доберут. Так. На самом деле, надо забирать эту фигню и все. Потом мы затащили. По факту. Поко, ты должен умирать, чтобы я добрал и отбежал. Пожалуйста, запуск. Из-за тебя мы проиграли. Все, мне надо хилиться. Все. Я лучше подожду, вообще не хочу атаковать. Эль Примы, дурачок. Зачем он сюда ульту тратит? Откуда ты знаешь, что я здесь нахожусь? Может быть, я там ниже нахожусь или там сверху, может, у вас на базе. Ну это идиотизм. Так, ну еще раз не хочу. Там уже полностью собрался, так я думал дуо режим. Я как думал соло, типа дуо режим, типа топ-2, нормально, топ-3, в принципе, норм. Задарило, тем более. Ударило, есть пассивки? Нет пассивки. Ну, значит, ГГ. Так, ульту тратим. Давай, Дарил, все добирай. Ульту прожимай и убивай эту. Тогда топ-3 точно минимум будет. Сейчас все. Ну тупой, ну че ты ульту сразу не прожимаешь? Надо сразу тут прожимать, сейчас эти челики нас доберут просто. Все, ну смерть. Тупой у нас Дарил. Мне кажется, тут тоже тут труп. Из-за тупого тиммейта просто Дарил. Проиграть такую игру из-за Дэрила. Я пойду в кусты, я надеюсь, что здесь никого нету. Наш челик, ну, точно помирает. Я тоже помираю, походу. Взорвал. Че сказать топово? Зачем ты идешь пушить Динамайка в такой хреновой ситуации? Если бы она проиграла, это было бы топ-2. Ой, какой идиот Пейпер. Ой, идиот Пейпер. Сама добирай вот эти. Если так мечтаешь, аж. Когда я тупо с 3 атаки забираю, ты вот эту фигню добираешь и все. Во, это изи же. Это же ясно всем. Пейпер. Пейперони еще так хреново атакует, боже мой. Да, поможет, вы понимаете? Да, топ-5. Спасибо за игру. Это буду заканчивать. Я суицидуюсь. Все. Бэ-бэ. Бэ-бэ. Ты такой тупой просто. Вот такой тупой байт. Там челики, походу.
походу ясненько. Хилится видно. Для дырок это вообще. Все, изи за победил. Типа я думал, если не попаду, то я проиграю. А если попаду, то проиграю тоже. Так, поменяю здесь на единый прыжок, просто потому что соло идем. Пора показывать скилл. Так и знал. Блес, взорвись. Какашка. Какашка, взорвись по-братски. Надо в кусты сейчас спрячется и надеяться на то, что... Ну, Коль, зачем ты туда стреляешь? Ладно, топ-2. Что-то, блин, я задумал. В минус ушел, ладно. Так в игру прям зашел. Ох, блин, до конца не отпускала. Так. Все, ласт, играем, все. И заканчиваем это видео. Потому что я уже что-то устал. Брал Старс, это мне поднадоело. Что-то жесткое. Что попу? У меня еще атака перезаряжается на... один выстрел после и все проиграл. Если я сейчас проиграю, просто идите нахуй. Я эту игру удаляю. Все. Точка, чекайте. Удаляю игру. Играю в Brawl Stars, удаляю игру. Просто за то, что он меня пытался уничтожить, я его уничтожил просто. Я мог бы умереть, конечно, но это риск оправдан просто. Кстати, ульту, когда прожимаешь, быстрее заряжается. Ульту при ходьбе заряжается быстрее из-за пассивки атака. Ну, ульта давала бы лучше, не знаю, какое-то супер усиление. Если двух ударов уничтожаю, нет, трех. Ну, теперь с двух буду уничтожать ящики. Тут у нас кто-то. Леончик, ну, КГшка ему. Даже, ну, разок попал. Даже очень много попал. Макс, это Макс. Ладно, я уже думал удалять игру. Ладно, на этом я буду заканчивать видео на позитивной ноте. Не хочу уже играть уже все.
нравится. Если понравился ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. 20 тысяч кубков мы набьем, не беспокойтесь. Да. Да, 20 тысяч кубков. Два дня, тем более, осталось. Три дня даже. Все, на этом буду заканчивать. Всем удачи. Всем пока-пока. Ну, если бы вот этих двух персонажей... Блять, сотку упал. Въебало. Так, если бы два вот этих персонажа выпало бы, Спраут и Мистер Пи, тогда бы... Блять, еще раз упал. Ладно, это неудачный день. Все, на этом заканчиваю. Всем удачи, всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылка на донат Ялерс на донат в описании. Появитесь в следующем ролике, если вы задонатите любую сумму, даже 1 рубль. Все, всем удачи, всем пока-пока.